Друзья, приветствую всех на канале Есть Поесть. И сегодня пеку очень вкусные и нежные маффины с сочными кусочками яблок и хрустящей ореховой крошкой. Это выпечка из серии, когда нужно что-то быстро приготовить к чаю. А список ингредиентов, как обычно, открывайте под описанием к видео. В первую очередь из яблок убираю серединку и режу их мелкими кубиками. Кожицу я не очищаю, так как она достаточно нежная, а вы действуйте на свое усмотрение. К яйцам комнатной температуры добавляю сахар и взбиваю буквально 2-3 минуты до растворения сахара. Добавляю соль, ванильный сахар и корицу. Кефир, также комнатной температуры, растительное масло и просто размешаю миксером на средних оборотах. В несколько этапов добавляю муку с разрыхлителем, каждый раз также размешивая на средних оборотах. Получается тесто примерно такой средней консистенции. Добавляю в тесто яблоки и аккуратно размешиваю. Беру форму, у меня на 12 маффинов. Дополнительно кладу в каждую ячейку бумажную формочку и при помощи специальной ложки для мороженого выкладываю тесто. Можно это сделать и обычной ложкой. Друзья, на моем канале вы сможете найти и другие рецепты очень вкусных и простых кексов и маффинов. Далее измельчила обжаренные орехи, добавила туда корицу, сахар и размешиваю. Получившейся крошкой посыпаю маффины примерно по 1 чайной ложке с большой горкой. Отправляю форму в разогретую до 180-190 градусов духовку минут на 20-25, а вы ориентируйтесь по своей духовке. Готовые маффины извлекаю из формы и даю остыть. Маффины получаются мягкими, пышными, с насыщенным вкусом пряностей и орехов и со слегка хрустящими, сочными кусочками яблок. Они не успевают стать сильно мягкими. Если вам понравился рецепт, не забудьте поставить лайк и о своих впечатлениях напишите в комментариях. Смотрите также и другие мои рецепты осенней выпечки. Не забывайте подписываться на канал Есть Поесть, а я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне. Увидимся в следующих видео.